Весенняя коллекция от Guerlain посвящена на 30-летию создания метеоритов. Это самая нежная коллекция на моей памяти. Она небольшая, но хочется буквально каждый продукт. Безусловно, главным продуктом являются метеориты. В этот раз они отбеливающие и корректирующие. 4 вида шариков, шарики разного размера и разной мягкости. Безусловно, шикарный эффект и свойственный метеоритам аромат. Упаковка, я думаю, не нуждается в комментариях. Вторым продуктом являются прессованные метеориты. Это скорее румяна и хайлайтер, чем пудра. Приятный цвет и отличный финиш. Две помады. Как по мне, обе идеальны. Приятный носибельный оттенок. В меру увлажняют, легкие в нанесении и отлично пигментированы. Также в коллекцию вошла улучшенная, более мягкая и одновременно упругая кисть. Я считаю, что она идеальна в пару к метеоритам, а без них не очень-то и нужна. Как видите, коллекция действительно очень маленькая, очень нежная, но над каждым продуктом поработали на славу, и каждый продукт достоин внимания.